Прохода нет. Там болото. Все строили. Суки. Может, летом, конечно, когда здесь сохнет, все можно пройти, но сейчас нет. Жаль. Какая-то тропка просматривается, но явно не сейчас. Когда лето, наверное. Ну да, интересные места. Такие каналы. Сильнее, чем по этому сурскому, в котором я ходил пару лет назад. Здесь посерьезнее сооружение. Летом уровень, наверное, ниже. Несколько уровней в этом канале. Как раз для весны. Еще один створ канала. Там кто-то с палаткой стоит. И у них костер горит. Блин. Так захотелось. Именно с костром, а не с горелкой. Обычно я схожу с горелкой там. Так чисто. Разогрел, скипятил. А чтобы так у костра посидеть, запах такого что-то я уже давно-давно не помню. Это дорога, наверное, на мыс, не знаю, там что там будет видно с этого мыса. Вон эти чуваки с палаткой стоят, как они-то забрались-то вообще. Створ канала. Там уже слияние Узы, Няньги и начинается Сурское водохранилище с этой стороны. Сейчас уровень в море больше, потому что я смотрю, вон там в кустах вытекает отсюда туда вниз. Канала. Это вид с мыса был. Все, все на боках вообще. Поэтому молча. Чтобы рыбу не спугнуть. Ужик.
Ну-ка, давай ползай отсюда. Перестаю удивляться тому, сколько много было сделано за советский период. Даже в нашей Пензенской области сколько всего. А это же была огромнейшая страна с республиками вместе. И везде, везде было вот это вот столько всего настроено. Да и все города, кстати, тоже когда-то построены. Прям как-то это даже... Слов нет. Тем более сегодня день труда. Вот те люди, да, имели право его праздновать. Да и они и праздновали. А сейчас как-то уже слово труд как-то стало таким, ну как сказать, как и совесть, собственно, как-то презирает, что ли, его. Стесняется, нет, не презирает, а стесняется его. Вот. А эта дорога уже вдоль Няньги сейчас пойдет. Сейчас выйду, сверну к берегу, чтобы вдоль речки пройтись. Ну там не прям по берегу, но в каком-то отдалении. По идее, вот она идет за этими кустами. Здесь уже дорога более разбито, но, может быть, на трассу лучше выходит, потому что там с трассы вообще ужас какой-то. Ну хотя машины заезжают, и даже с низкой посадкой. Но просто надо знать объезды таких мест. Еще одно интересное место недалеко от города. Ну, если учесть, что сейчас у всех тачки, то это, можно сказать, вообще прям в черте города. Так что вот, кто не знает, куда съездить в выходной день, вот, пожалуйста, еще вам одно место. Еще один канал, но уже в сторону Няньги. Просто дерево в поле. В этом направлении, кстати, тоже машина проехала сейчас. Так что дорога тоже проезжабельная. А вот и Няньга. Такое мордовское название. С той стороны тоже стоят рыбаки. Значит, тоже подъезд есть. Наверное, эти рыбаки запалили там, где горельник я показывал. Что-то здесь везде народ. Я думал, тут вообще забытый всеми край, а здесь вообще
тут еще интересное дерево. Ольха, что ли? На том берегу вообще народа. Вон там еще тоже. Пойду вдоль берега, что ли, пройдусь. Еще какое-то русло. Тут еще где-то протекает вешняя, и вот, может быть, это она впадает в основной берег. На том берегу еще какое-то сооружение. Рабочее или нет. К нему можно подойти с той стороны, я имею в виду обойти реку по мосту на трассе. Сейчас посмотрим по состоянию. Сюда иду до трассы. Сколько здесь примерно? Может, схожу с той стороны. Похоже, рабочие. Окна целые. Автолюбители везде. Как вот пройти мимо такой красоты? Как? По-любому остановиться и снять. Или вот, например. Весенние дни. Что-то напомнило осенние дни. Только тогда было все желтое, сейчас все такое зеленое. На том берегу я смотрю, вообще деревьев чуть не видно. Такое ощущение, что это русло делали как бы специально. Ну не русло, но расширяли его, скорее всего, в советское время. Прям вообще поле. Ну-ка. Естественно, срач везде. Вон, вообще обрывы. Довольно-таки широкая река, не знаю, как летом, но вот сейчас прям, вот сколько здесь, рыбаки под каждым кустом, сезон, что ли. Интересная река, похоже, как вот в степных регионах. Такие берега без леса, без растительности. Что так петляет, интересно. У нас как-то реки обычно все заросшие по берегам, а это какая-то чистая. Необычно для наших краев. Ну какой берег. Правда, как будто где-то степи. А я иду, смотрю, какие-то ели растут в поле. Думаю, что-то странно. Оказывается, здесь какие-то развалины. Может быть, какое-нибудь управление было. Березки под ним, наверное, сидели
Вот здесь тоже что-то развалины какие-то. Сидели, наверное, какие-то рабочие. Отдыхали. Ждали зарплаты. Здесь уже, наверное, все выкопали копатели. Выпотрошили, суки. Вот интересно, если, например, мой видос будет смотреть кто-нибудь из того поколения, кто еще успел здесь поработать. Прям интересно было бы почитать комментарии. Но иногда попадаются люди случайно, какие-нибудь мои видосы в каких-нибудь заброшенных деревнях или еще о чем-то. И люди, которые там жили или знают про эту местность, вот надо в комментариях пишут. Интересно читать такие комментарии. Ну, хоть какая-то информация, потому что в сети обычно про Пензенскую область, вообще про наши края мало чего можно найти. А так хоть под видео будут комментарии с такими историями из жизни каких-нибудь заброшенных сел. Так что, если кому-то известны какие-то подробности, о которых я как бы не говорю, потому что, кроме того, что просто не знаю. Я обычно просто выбираю, ну, чисто со спутника смотрю местность. Ну, или, может быть, где-то находится что-то интересное. Вот. Так что пишите, не стесняйтесь. Вообще, это будут одни из стоящих комментариев. Такая широкая река все-таки, так что по ней тоже можно сплавиться по весне точно. Да, мест для отдыха здесь много. Интересный такой изгиб, как и размыло берег. Да, необычно как-то. Я помню, в это ездил, в Оренбургскую область. Там река Сакмара. Но она такая быстрая, с гор Суральских. Вот. И она там в одной деревне протекает. Я как раз к ней подошел. Там берег, я не знаю, там обрыв метров 5, наверное, если не больше. Прямо такой вот. Хрен спустишься по воде вообще. Но там гор, наверное, быстрая. Здесь-то. Он тоже вот размывает сильно. Где дерево съехало в воду. Он так размоет здесь. Будет пруд. Ну не пруд, но как это заводь большая. Странно, что берег здесь не укрепленный. Может, просто уже смыло все плиты. Сколько времени-то прошло? Ну вот. Метра 3 обрыв, наверное. Для сравнения, рядом с деревом. Thank you.
дорога хорошая, поэтому здесь гонят по полной. Очередные развалины. Какое-то большое хозяйство здесь было. Сейчас одни скелеты остались. Другой берег, не они. Решил сходить таки до этой насосной станции. Сейчас иду и думаю, а есть ли смысл? Она же обитаема. Ну ладно. Вот, кусок поля преодолеть, и она уже там. Что-то непонятно, живая она или нет. Наверное, живая. Вот фонарь горит. Свет горит, на двери замок висит. Это что за хрень, интересно? Фильтр, что ли, какие-то? Короче, хз. Она полуобитаемая. И там вон запалили, наверное, опять тростник. Ладно. Теперь надо двигать в обратную сторону. Вообще не люблю, конечно, такие поездки однодневные. Только выйдешь, и все время надо думать о том, что пора обратно, пора обратно. Вот. Хотя бы с ночевкой так вот. Ушел, переночевал, отдохнул. И на следующий день уже в обратную сторону. А это вешняня. А вот эту штуку я принял за мост. Я сейчас смотрю, думаю, откуда здесь может быть мост. И на самом деле моста здесь нет. Здесь просто вот эта труба. Там еще какая-то беседка еще есть. Ну, конечно, пройтись по ней можно. Без проблем, она довольно-таки большая. Я иду прям, вообще нехрен делать. Вопрос в том, что там. Там хотя вон там тачка стоит, значит, как-то не подъехал. Я сейчас подумал, а вот что делают трактористы, например, летом? Ну, то есть весной посеяли, осенью собрали. А в течение лета? Дорога к трассе. В общем, короче, на трассу и в Пензу. Все, на сегодня хватит. Такая вот у нас Россия. Бескрайние поля. В этом году, наверное, засеет все, что можно. Точно сажать навряд ли будут.
Так что конкурента нету. Да, кстати, вот в том году, ну, раньше была, то есть позже была весна. Репортаж с полей. Колхоз Наумкинский засеял сколько-то гектаров пшеницы. Сейчас уже потеплело, несмотря на ветер. Эх! Ладно. До новых встреч в эфире.